Ну что, пару дней прошло, какое-то дополнение вышло. 1.2.2.1. Хрен знает, что это значит. Испытание мастерства. Ближняя стрельбы, скрытности. Это вот, наверное, вот это и добавили. Магазин, мир дрели. И новые задания. Это вот эти есть, что ли, мастерство? Так, да, ну нет, это, наверное, вот эти. Без лишних жертв. Это же надо. Так, сквозь туман. Дети Дано. Все куски янтаря. А, ну сколько их там? 11. По следу бича. А, я вспомнил, короче. Охотимся на бичей. Значит, один, который вне квеста, и вот этот по квесту, этот бич. А это не бич, это какой-то другой хер. Сейчас мы их по... Ничего себе, 10 очков мастерства уже. Что-то я, кстати, так и не увидел, куда одну очку умений закинуть. Я, в принципе, внимательно не смотрел, не знаю, может где-то пропустил. Сейчас подзагасим эту метку. В принципе, когда подсказки появляются, сразу лучше все это найти по подсказкам. Всех здесь этих... лучше не шуметь. Всех этих товарищей. Оружие снимите или что? Так, где-то у меня был хапеш. Хапеш. Короче, меч охеренный какой. Копоть, цепь. Столько всякого прикольного оружия. А, где был меч? Значит, египетский какой-то. Копье. Вот, египетский хапеш. После критического удара. Это прикольно. Блин, потом прокачать, наверное, надо. Что с ним и с Экскалибром побегать. А сейчас я даже не знаю, что взять. Опис. Экскалибр. Что если просто с Экскалибром? С одним мечом походить. Чтобы рука свободная была. А что за башка? Византийский. Где-то внизу.
Тут уже все обшарил. Сейчас просто этого гуся загашу и все. Детей, да, но все меньше. Так, и что это? Это у нас был высший друид Кумасках. Это который туман создавал, придурок. Искал спасение, потом... использует туман. Где этот был? Вот этот. Так. И бичам их подсказка. А, еще ничего себе, пламя. Это подсказку нашел у этого типа, что ли? Осмотрите могилу у водопада в Бали-Нангал, сожженной деревню реки Бан на юге-востоке Ульстера. Записка, найденная у Ясеня. Это вот эта Кумаскаха. Видел ли ты, как прекрасен огонь, что заключает свои теплые объятия безумно кричащего человека. Я наслаждался множеством таких видений, когда сжигал Бали-Нангал. Но старание мое было чрезмерным. Если окажется на пепелище этой деревни, окажешься, сходи к могиле, что у водопада неподалеку. Сразу глянем. Так, это мы здесь. Ульстер, юго-восток. Юго-восток. Зараза, и где это? Бали-Нангал, вот она. Чё, сгонять? Кстати, и точка есть золотая. Пойду сгоняю. Да, обследовать там, ну, можно еще. Что там, сокровища, вот эту всю парашу. Thank you.
кстати говоря, что у нас там с сундуком? Сундук-то полный, надо пойти забрать. Хотя смысл. Это барахло сейчас уже ничего не дает. Контракт у него только на серебро менять. Ну, если только копить, а потом серебро. Не знаю, на что понадобится. Обратно. Забрали. Так, сюда, и там, в принципе, до той недалеко. Малые руны, чё-то большие руны не падают. Так. На большую, на вот эту точку надо сходить. Отыщите бича. Вот пока я до бича шел,
1000 сокровищ нашел, и этих детей Дана уже двое, по-моему, загасил. Так. Чё это? Так просто не залезть, говорят. Нет, смотри, залази. А чё дальше-то? Я понял. Тогда сюда. Да куда ты все напрягаешь? А! Это круто, конечно. Так, там барахло есть. Дурачок. Блять, как так? Пиздец, и что это? Что-то я не понял, что за херня-то, а? А вот оно как. Да слезь ты, дубина, блядь. Пиздец. Вот оно, это барахло. Тексты, блядь. Этих текстов уже. Блин, ну что ж такое? Сука, ты будешь вылазить отсюда, нет? Ну и, наверное, сюда. Тут очищено. Должен быть какой-то водопад. Водопад вот здесь, наверное. Кажется. Сейчас позырим, что там за могила. Сразу нашел. Ну давай, чего там? Записка.
найденная на могиле. Что за злую судьбу послали мне духи? Много я сжег на своем веку, но здесь совершил величайшую ошибку. От избытка усердия развела слишком сильный огонь, и он поглотил тебя, моя любовь. О, проклятый, проклятый случай. Я искуплю свой грех. Сейчас же отправлюсь в деревню Урва черной свиньи, где мы повстречались. Там я сожгу все, что увижу, и сделаю это в твою честь. Сгоревшие дома между рвом Черного Вепря и Клохером в Южном Уэльстере. Карта. Вот ров вот этот. А где Клохер? А нет, это не ров. Южный. А, вот Клохер. А где ров тогда? Вот это черная херня, наверное, ров. Клохер, блять. А где ров? Хер разбери. Зараза. Как понять, где ров был? Наверное, где-то внизу. Или сбоку. Ладно, хорошо. Вот это, наверное, был ров. Значит, пойду на вот эту точку. Клохер, там еще книга, блять. Красиво. Все бы игры так выглядели. А самое главное — сюжет. Вот я этих детей Дану гашу потихоньку. А хотелось бы, чтобы это как-то сюжетом обрастало, а не просто записками. Это, наверное, чрезмерно будет тяжеловато устроить. Так, но главное ров этой свиньи найти, и потом уже в какую-то сторону от него. Кажется, он здесь где-то недалеко. Белое. Наверное, правильно пришел я. Да. Как всегда. Интуиция не подвела. Так. Последняя записка. Пламя. Открылось у нас пламя. Так, смотрим записку сначала.
Братья, пламя лишился рассудка. Он бродит по округе, бесцельно поджигая все подряд. Он твердо вознамерился предать огню всю Ирландию. Горе тому, кто попытается его остановить. Да ладно, сейчас остановим. К северу от рва Черного Вепря. Так, лорд Конле, пламя. В детстве Конле не понравилось, что родители его ругают и наказывают, поэтому он решил порвать с ними. Заколотил дверь их дома и сжег его дотла. Получив свободу, он примкнул к группе язычников, что жили в лесу. И здесь его покорило пламя ритуального костра. И Конле начал обучаться тайнам друидов огня. С принципами детей Дану он никогда полностью не соглашался, но все же решил вступить в их ряды, потому что ему очень уж нравилось все поджигать. Отметить цель и загасить. Он оказывается недалеко. Ничего себе, руна Гологласа какая-то интересная появилась. Давай заглянем, где она там. Вот, а нет, квадратная какая-то. Вон их, кстати, несколько новых есть. Ну-ка, так, препарирование, отражающее исцеление, исцеление здоровья, исцеление. Их много у нас. Устойчивость дальний бой возрастает при успешных завершающих ударах. Ну, блядь. Короче, загасили мы этого типа. Пламя, да? И открылся... А, еще подсказка тумана открылась. Ну, бича это по заданию бить. Давай тумана подсказку глянем. Осмотрите круг камней в Дундавене, на севере Ульстера, к западу от реки Слейния. Записка, найденная у пламени. Пламя. Туману отлично удается завлекать к нам новых последователей. Он разбил лагерь в Дундавене и раздает ульстерским глупцам каменные фигурки. Те, как думают местные, приносят удачу. Затем туман зовет новичков поприсутствовать при совершении обряда. И совсем скоро они становятся во всем нам покорме. Еще раз. Север Ульстера. Круг камней в Дундавене. К западу от реки Слейния. Так, где же это? Ульстер, север. Река Слейния. Где? Так. Это... Что за река? Это не та. Значит, вот это. Река Слейния. Дундавейн. К западу. Значит, вот это параша. Заодно и точка. Заодно и... Надо как-то книгу эту забрать, или она по квесту будет. Что-то я не помню. Попробую проверить.
где-то она под землей, что ли? Как-то ее так просто не взять. Нет, вроде где-то здесь. Да, был я здесь, только почему-то не пройти туда. Не знаю, почему. Так, ну вот бомбы, это значит, что взрывать можно. А что взрывать? Кажется, это только по квесту. Какой-то квест должен быть здесь. Что-то я вот не вижу, где тут что можно взорвать. Нахер тебя. Значит, квест какой-то будет здесь. Вот, кстати, голубятня появилась. Так, нам сюда. Давай ты уже, ну. Давай, иди сюда.
Этот с волком ходит, это же вообще опасно. Щит надо ко мне смотреть, а где что? Интересно. Задание какое-то. Месть. Так, ну круг камней. Блять, как там было? Это бич, это этот. Круг камней на севере. Ну круг камней, ну. Где-то здесь что-то есть. О!
какой-то монстр. Похожий на лешего из Ведьмака. Надо брать. Найдите гниющий на берегу корабль на полуострове в Ульстере, близ источника Фойд. Записка, найденная в Дундавене. Последователи, мы приветствуем вас. Ваши труды во благо детей Дану получат благословение духов земли. Жизни людей, которых вы оставили, не значат ничего. Их тела лишь пустые оболочки, их вера безумие. Лишь мы знаем истинный путь. Приходите на сожженные поля, что лежат к северу от города Айлиха. Там мы вознесем молитвы Крому Круаху, богу жертвенной смерти. Полуостров в Ульстере, близ источника Фой. Ну давай, где там? Полуостров близ источника Фой. Блять, и где это? Может, я его еще не нашел. Этот источник. Блять, зараза. Я, может, сюда, мне кажется. А так я не знаю, где этот источник. Ульстер, полуостров, источник. Так, вот Айлих, он говорит. А, вот он. Источник. Ну, значит, я не знаю, но сюда куда-то. Так, как он там было? Найдите чего? А, еще на берегу корабль. Поехали по синей метке сначала. Да ты плывешь или чё? Испытание, что ли, какое-то? Да, походу. Сохранимся. Thank you.
Нет! Нет! Ах ты, блядь. Завершена. Так, источник, значит, сюда. А что у нас еще? А, нет, не сюда. Вот сюда. Полуостров. Ну вот это и есть полуостров. Нужен берег. И надо искать аббатство. Ну, не у аббатства точно. Короче, в сторону метки. И вдоль берега надо будет идти. Этот корабль будет видно. Там нету. И тут не видно. Так. Объехать этот полуостров можно. Нужно, конечно, на лодке было поплавать, но давай. Вон что-то есть. Я не знаю, корабль это. Быстро.
Малин Херт. Может быть здесь. Дальше. Тоже ничего нет. Столько этих кораблей уже, что я не знаю, какой. Бьющий убийца. В итоге мы осмотрели этот остров и, наверное, с этой стороны еще посмотреть. Лети. Так, вон корабль есть. Хотя это не корабль, мне кажется. Тут нужно быть осторожнее. Сюнин, разведай местность. Ё-моё. Гниющий на берегу корабль.
в итоге. А источник у нас где? Источник здесь. Может, с этой стороны, с внутренней. Что ты видишь, Сюнин? Yeah!